Округ Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе сегодня представляет собой настоящий оазис. Трудно поверить, что всего 40 лет назад здесь была безжизненная пустыня. Из-за недостатка воды и высокой засоленности почвы растения не приживались, а местное население страдало от пыльных бурь. Все изменилось с запуском масштабной кампании по освоению этих земель. Менее чем за полвека на площади 80 тысяч гектаров высадили 14 миллионов деревьев. Борьбу с песками начинали с поселка Кикия, который и дал название масштабному проекту по озеленению пустыни. Когда проект только стартовал, средств не было и за работу не платили. Люди разных национальностей в Аксу сами приняли решение улучшить экологическую обстановку и объединились для посадки деревьев. Этим делом местные жители занимались из поколения в поколение. Их работа никогда не останавливалась. Теперь ямы для посадки деревьев копают тракторы. Для полива саженцев используется технология капельного орошения. А люди только контролируют процесс. Озеленительный проект «Кикия» широко известен в КНР. Он получил более 20 наград, в том числе премию «Национальный ландшафтный сад». Местные власти пригласили в Синьцзян иностранных журналистов, чтобы люди по всему миру узнали о зеленых достижениях региона и адаптировали китайский опыт для решения похожих проблем. Поездка представителей зарубежных СМИ прошла в рамках проекта «Открываем Китай вместе».